Какой? Волшебный пластик? Да вообще красота. К нам идет. Сначала делаем фон, да? У Яси будет зеленый, много не надо зеленого, а то он будет сильно насыщенный. И. А почему они от фиолетового? Ну, кто-то уже подумал, какая твоя разработка. Может, желтая? Потихоньку, не дергай, пусть она растворяется. Можно я? Да? Да. Влада играет. Можно я посижу, понаблюдаю за вами? Да, Влада играет. Она очень хорошо играет. А знаете, кто это играет? Ну-ка, что там получается у Танюшки? О, какой цвет необыкновенный. Я думала, что у тебя будет сильно бледно, Надюха. Мне кажется, у тебя будет из космоса. Волшебная. Я чуть не взорвалась. Да ты что? Как такое возможно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Красота! Ура! Получилось! Слушай, у нее прям Марс какой-то получился с желтыми. Здорово. Это все хорошо. Можно сделать фон и рисунок. А можно и все будут одинаковые? Я могу тебя даже видеть. Разные цвета. Вот подругу не ставим. Замуж тоже нарезать. Ага, блин, это классно. Вот у нас очень быстро. Полынка у нас такая классная. Получается, текст снега. А что ты в этом ставишь? Ребят, я понимаю, что это очень весело, но молодец, Яси, молодец. Только не разводи, не разводи, он сам разойдется, заяц. Давай, добавляй. Я уже люблю. Я уже никогда не рисовала в воде. Я тоже. Салфеточку тут. Берите разные красочки. Живопись на воде. Так. И чем больше будет у вас краски, тем будет ярче ваше изображение. Побольше наноси. Поконтрастней. Смотрите, пока мы ничего не рисуем, просто смотрим, какая краска посильнее расходится, какая помедленнее. Если краска вот так вот светленькая совсем, синяя, например, да, ее просто нужно сильно-сильно-сильно размешать.